Всем привет! Сегодня будем готовить с вами сырники, которые в детстве мне готовила мама. Для этого рецепта нам понадобится творог, яйца, мука, сахар, ванильный сахар и изюм по желанию. Для начала необходимо залить кипятком изюм и дать ему настояться несколько минут. Затем необходимо удалить лишнюю влагу с помощью салфетки. В большую миску добавим творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Добавим также муку и изюм в творожную массу и смешаем, пока не получится гладкое и упругое тесто. Затем необходимо смочить руки водой и сформировать из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Далее обваляем сырники в муке и разогреем сковородку с подсолнечным маслом на среднем огне. Затем обжарим сырники по 8-10 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Посыпьте сырники немного сахарной пудрой и подавайте со сметаной, медом или вареньем. Наслаждайтесь вкусом, который возвращает нас в детство. Всем приятного аппетита и хорошего настроения!